Всем привет! Очень классная штука пришла из Китая. Как-то ребенок умудрился фирменную зарядку от часов ухрюкать. Вот пришлось заказать. Сделано качественно. Все контакты торчат и работают, что не может не радовать. Сейчас затестим. Вот часы, которые уже успели изрядно разрядиться. Контактная база подходит. Вставляются контакты только с одной стороны. Это уже хорошо. Сейчас подкинемся к зарядке. Ну и проверим, пойдет ли заряд. Момент истины. Подключаем к зарядке. И смотрим, что будет происходить. Походу они очень сильно разрядились. И им нужно будет полежать. Либо причина была не в кабеле. Хотя там были очень сильно изношены контакты. Но думаю, все-таки стоит подождать. Немного загорелся экран, заряд 0%, зарядка пошла. Ура! Ребенок сможет еще долгое время пользоваться Алисой, пока не убьет этот кабель. И на всякий случай, я думаю, нужно заказать еще один в этой фирме. Он недорогой, но тем не менее он работает.